Здравствуйте, ребят. Ну что, карточная игра наконец-то с подписчиками. Алин Шик, спасибо, что решила со мной поиграть. Давайте посмотрим. Так, стол уже настроен для игры. Нажмите, чтобы подготовиться. Поехали. Принять? Принять. А откуда у тебя такие карты? Это как? Возможно? Ну, с моей колодой вообще, по-моему, невозможно это победить. Так, ладно, давайте сделаем небольшую... А, противник начинается. О, я забыл вообще, как играть уже. Все, поехали. Ладно, стартовые на рука. Ничего не меняем, все это оставляем. Ну, ты меня победишь, ведь 100% победишь. Ох, мне бы такую колоду бы, а? Так, ладно, поехали. А, с чего начнем, ребят? Ох, я чувствую, проиграл. Здесь уже все, как только зашел. Поехали, пассивный навык. Противник начинает. А почему ты начинаешь, я не понял. Фаза броска. Поехали. Ой, мне чувствую, надо будет очень много времени здесь провести, чтобы потренироваться нормально, чтобы играть с другими игроками. Ох, я что-то начинаю нервничать. Так, оставляем как есть, окей. Это первый живой этот человек, с которым я сражаюсь, так что имейте в виду, тут у меня, скорее всего, могут быть трудности. Так, слушайте, что у меня тут получается? Я буду, конечно, тупить. Так, эта штуковина дает нам персонаж... А я могу ее на нее? А есть! Конечно же, безусловно! Поехали. Так, а это что у нас делает? Возьмите две карты. Нет, это неинтересно. При вашей следующей смене персонажа... Так, тоже неинтересно. Передает карту оружия. Так, тоже вообще неинтересно. Так, ладно, давайте поменяем, наверное, какую-нибудь карту. Просто скипнем. Скорее всего, она нам не нужна будет. Если уж мы начали с нее... Да-да-да. Как же я нервничаю, представляете, а? Так, поехали. Главное хотя бы, чтобы поражение было не таким существенным. Ой. Так, чехот не мой, да? Ой-ой-ой. Это будет сейчас мне очень больно, да? Капец. Так, эта дамочка должна сейчас что-нибудь сделать явно. А то если я не сделаю, то будет очень плохо. Смотрите, что у нас получается. Возьмите две карты. Давайте возьмем две карты. А, я должен потратить. Нет, а можно скипнуть? Нет, я не хочу это делать. Ох, ты ж как, мне неудобно сейчас будет. Три. То есть я должен все это скипнуть, да, и ударить. Ну, я ради этого и старался. Ладно, короче, у меня другого выхода нету. Я уже просто себе подписал смертный приговор, походу. Поехали. А, я ж не смогу сделать, да, я же... О, какая же жуткая ошибка. Ход противника, ну, пожалуйста, скажи, что ты завершила ход. О, какой ужас. Противник завершил ход. Ну, получается, она начнет следующую. Ой, это как же плохо. Как же плохо. Ладно, я на самом деле могу просто уже признать свое поражение. Я чувствую, что здесь сыграл очень плохо. О, жуть! И он же, да, противник же начинает первый. И он сейчас просто... Она же убьет ее сейчас. Ладно, я научусь. Я... Дайте мне шанс еще немножко. Так, 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 это все скипнем, скорее всего, это мне не нужно. Ладно, огонь оставим. О, я не подумал об этом. Ну... Все, я... Это конец. Просто конец. Так, ладно, дайте хотя бы хоть что-нибудь сделаем. Конечно, сделаем, скорее всего... Нет, 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 давайте вот и вот. Ага, это будет основа. Как же ужасно я сыграл, да. Так, это что у нас? Восстанавливает одно хп цели. Поехали, в принципе. Так сделаем сейчас. Ух. Не, она молодец, она же меняет своих персонажей. Ой, как же ты хорошо играешь-то. Я поспешил, на самом деле. Я поспешил. Отдаю тебе должное, очень даже классно получилось у тебя. Так. Рискнуть? Знаете, что мы сделаем тогда? Ну, это максимум, опять же, что могу. Ой, же как ужасно, ужасно. Ладно, спокойно.
Да у тебя карт даже больше, так нечестно. Обалдеть, блин. А, ну она же с оружием улучшенная, конечно. Понятно. Не, ну я, наверное, скипну все-таки. Конец хода. Та-да-да-дам. Ух, какой же ужас. Ладно, давай хоть что-нибудь. Хотя бы, ну, тут... А, отвратительно. Давайте все-таки, знаете, что сделаем? Это все поменяем. Это все мы меняем 100%. А, ладно, отлично. Это, кстати, даже неплохо. Неужели хоть что-то в этот раз получится? Так, так, сработает только так-так-так. Создает универсальный элемент. Все обычные атаки цели стоят на один. А, давайте это сделаем, окей. Окей. Так. А, тогда мы сделаем еще следующим образом. Мне надо будет добить это 100% прямо сейчас, хоть что-то сделать в этом. Так вот сделаем, да? Ладно, хоть не с таким позором. А, да, надежды, конечно, тают. Прям на глазах тают. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, знаете, что сделаем тогда? Вот так вот, да? А есть еще у меня шансы или нет? Как вонять? 6,7 против 8,4. Ну, на самом деле, тут все от карт зависит. У тебя все-таки еще есть несколько... Я смотрю, ты там что-то уже применяешь. А, ты меняешь, скорее всего, да. Или... Обалдеть! Ах ты ж... Ладно, 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 ладно. Минус один. Может быть, все-таки... В этом есть какой-нибудь смысл? Ладно, пусть будет обычная атака. Ой, вариантов вообще никаких нету! Дайте мне, пожалуйста, первым завершить ход. Я хочу начинать, пожалуйста, следующий раунд первым. Это хоть что-то мне возможно. О, противник обменяет конец хода, конечно же. Ну да, мне тоже остается только это и сделать. Ай, 7. Но она не убьет меня, я хотел сказать. Капец, полный капец. Отвратительно сыграл, ребят. Но с самого начала я начал делать вообще полную глупость, вообще полную чушь. Это была моя ошибка, конечно же. Да, давайте так сделаем. Вставляем. У нее же нет никаких больше сюрпризов, я надеюсь. Так, а что это делает? Превращает все потраченные дайсы? Нет, неинтересно. Ух, она еще и себя прокачала, да? Там стрелок какой-то, да. Капец. Ладно, этот позор оставим. Оставим этот позор. На будущее. Так, да, я тут ничего не могу сделать. И эта штуковина, естественно, не будет работать, потому что это все недоступно. Так. Не, ну тут на самом деле надо все это изучать, ребят. Надо все это изучать. На самом деле я тут... Да. Просто ужас какой-то. Но за этим наблюдать, это просто реально какой-то ужас. Если она сейчас меня убьет, то это, в принципе... А, ваш ход, ваш ход. Она себя сохранила, кстати. Безумно круто, молодец. Очень хорошо играешь. Но это потому, что я еще... Да, многого не знаю тут. Стопроцентная победа у нее уже. В кармане. Позор вообще какой. Мой ход? Серьезно? А что я могу сделать, если на самом деле тут уже ничего не сделаешь, ребят? Она молодец. Она, кстати, получается, первой будет сейчас бить. Она меня потом добьет ведь, да? Уф. Ладно, на самом деле, хорошо. Дайте мне немножко потренироваться. Я потом буду сражаться со всеми, кто...
у кого будет желание это сделать со мной. А, кстати, надо было тоже поменять. Блин, ну я-то уже начинаю нервничать, видите, поэтому ошибки допускаются уже с самого первого раунда. Поехали, поехали. О, какой ужас. Какой ужас. Так, я хочу матч-реванш, ребят. Я хочу матч-реванш. Поехали. Давайте еще раз попробуем. А, ну, так, вообще я чувствую, что мне и карты нужны какие-нибудь другие. Так, секунду. А, я не могу, получается, запускать сам, да? То есть, куда, в чей мир зашел, тот и, по идее, должен запускать. Ох, какой же ужас. Это просто позор. Ладно, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Я немножко прокачаюсь, да, через недельку. Матч-реванш с тобой я еще хочу, только с новой колодой. Я буду, кстати, более опытным и буду более внимательно смотреть за доской и за картами. Это для меня, да, возможно, хоть какой-то даст какой-то шанс. Нет, спасибо тебе за то, что ты действительно... Это, получается, я играю первую партию. С реальным игроком, да? То есть надо было ощутить все это на себе, чтобы впоследствии, конечно же, потом... Да. Это просто позор, ребят. Красная кнопочка под видео, кстати, да? Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, напишите, насколько ужасно я сыграл. Мне хочется узнать от вас это мнение, это действительно, это очень важно. Ну и смотрите видео до конца, и Alien Шикс через неделю. Давай через неделю договоримся, еще разочек я с тобой сыграю. Может быть, есть еще желающие, пишите в комментарии, если вы хотите меня также обыграть сухую, и при этом, чтобы я это все снял и потом выложил этот позор, то обязательно пишите, я это сделаю. Увидимся, ребят, пока-пока. Позор просто, какой-то позор.